Друзья, привет! Покажу вам увлажнитель для инкубатора, который был первый был сделан на Кинзадза. Первый был сделан на инкубатор против хаоса. Проработал он там 5 месяцев. Пыли был слой 3 сантиметра, пуха, точнее, специально не убирал пух. Ребята, он отработал все, никакой поломки. Вентиляторы я менял его 2 раза, ребята. 1, 2, 3. И после этого я сказал, что вентилятор — это не совсем надежное устройство. Сейчас я вам покажу, как сделан увлажнитель. Значит, переделывалось что? Переделывалась крышка. То есть пленкой я не стал новые крышки брать, потому что вариант экспериментальный. Это только новый, когда буду делать, уже сделаю то, что нужно. Значит, крышка не стоит под кулера, закрыта пленкой, тепличной пленкой. Срок службы довольно небольшой, чтобы крышку не менять. Значит, клапана тоже сделаны из пленки, обычной пленки. Сейчас они все 6 отверстий на 20 мм, ребята, открыты. Итого их 6 отверстий. Гуляющий воздух, смешивающий воздух, попадает сюда. И этого достаточно, как раз вот этой влажности, этих отверстий достаточно для поддержания влажности, но не поднятия ее самопроизводительно. Потому что по-другому, когда он был сделан, когда он на кулере был, он самопроизводительно поднимал влажность. Что пришлось сделать дополнительные усложнения, и что привело бы к пониженному ресурсу электромотора. Электрокулер я снял, на этих электрокулерах двух, которые я снял на 220 вольт, будут сделаны ловушки для комаров или корм из воздуха, как говорится, на этот сезон, потому что электродвигатели, они стояли новые, практически они не работали, а подорожали, ребята, они в 2 раза. Показываю вам, снимаю крышку. Вот. Показываю, значит, стоят 2 камня по 30 сантиметров. Один камень, второй камень. Стоят они довольно-таки, они тяжелые, и стоят они, лежат они крепко. Тем более, у коробочки есть пазы как раз для них, по бокам. Значит, выведено все это на коротких, но гибких шлангах, силиконовых, скорее всего. И еще один шланг для подачи воды. То есть, с компрессора, ребята, с компрессора подается 2 выхода, 2 независимые. Одним шлангом не сделаете, ребята. 2 независимых шланга. Вот один для воздуха и второй на воздух, а второй идет для воды. Только вот такие вот, вот именно вот такие краники только показали себя более надежно. Остальными возникали проблемы. Поэтому повторяющая конструкция, это уже на Кинзадза 360 сделано. И работает он сейчас безупречно. Там лежит яйцо, уже 2-я закладка. А здесь, на Кинзадза 210, это инкубаторы, которые я не продаю, это мои, сделанные для себя. Вот я доработал, это последние доработки на этих инкубаторах. Вот. На одном из инкубаторов, ребята, я поставил реле поставил из Китая, термореле на 40 градусов. Ребята, оно у меня отказало, то есть настройка сходит и приходится ставить больше. Я поставил на 40 градусов, типа если будет 40 градусов, оно отключится. Через время она стала срабатывать на минимальную температуру, где-то 38,5, и заклинила, получается, типа того вот. То есть она не заклинила, а отключилась. И получается, что контроллер на тены давал питание, а тены не грелись, потому что все питание шло через вот это реле промежуточное, защитное реле. Поэтому, ребята, реле ставлю только те, в дорогих устройствах, только те, которые идут на капиллярные реле. Вот это самые точные, самые надежные, самые подказные. Но они дороже. Да.
как-то так, ребята. И все, больше переделок никаких нет. Конечно, инкубаторы показали себя супер, очень хорошо. Те места, которые, если они будут у меня ржаветь, я буду для себя, когда делать для себя корпус, ребята, я буду внутренний корпус, я буду оцинковывать. Об этом я обязательно вам покажу, ребята, в следующих своих видеороликах. То есть, если этот процесс я буду делать и оцинковывать корпус, ну, может быть, я даже оцинковывать не буду автомобильными красками, все это буду грунтовками красить. И, может, я и обойдусь от этого всего, потому что это намного проще, чем оцинковывать по времени, по трудозатратам весь корпус. На этом этот видеоролик мы заканчиваем. Если будут какие-то доработки, как таково, но вряд ли они уже будут, все, что можно было доработки сделать, и которые со временем, не то что сразу, а со временем, за год, за два, показали, что какую-то нестабильную работу, вот они были переделаны. А так инкубаторы работали, работали, работают и прекрасно будут работать дальше, особенно после усовершенствования, то есть улучшение качества работы. Дело даже не в цене, ребята, не в цене, а именно в надежности, качестве и простоте работы. Вот к этому всегда я и склоняюсь.